сейчас хочу исполнить песню. У нас сейчас такое не тяжелое время в стране, да? Тяжелое время. Но мы, как верующие, должны стоять и молиться за тех воинов, которые стоят там. Да, и я сейчас хочу исполнить песню «Прошу небо» за тех воинов, чтобы Бог их благословил и хранил, их семьи, их дома. Прошу небо. Людмила Петрусенко, ваши аплодисменты, слава Богу!